Доброе утро, дальнобои и не только, особенно дальнобои Европы. Вот в таких мы условиях работаем в Азии. Вот такой вот терминальчик. Естественно, с удобствами. Вот там расположен душ, рядом и туалет. Пыли по колено, чтобы вы знали. Вот я прошел, кроссовки все в пыли. Так, это такой отстойничек. Больные животные. Какие это? Ой, бедняга, бедолашка. Такая вот стоянка. Пыли по колено, заезжаешь, пыль столбом. Ну вот, друзья, выезжаем мы уже из отстойника в Казахстане. Тут получается, перед тем, как заехать на границу, отстаиваешься, ждешь своей очереди. Ну вот, пришла наша очередь, мы оформили EP. И сейчас едем уже. Минск, на Узбекистан. Такая вот стоянка. Стоит она 2000 тенге. Стекло, стеклянные банки везут. Вот это груз, да? Опасный. Что плохо видно. Уважаемые подписчики и гости моего канала, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, потому что вы узнаете много нового. У меня есть цель достичь 10 тысяч подписчиков до Нового года, поэтому я вас прошу подписаться на мой канал Шитл Дальнобой. Спасибо вам. Что, Володя, как тебе Азия? Приятного аппетита. Приехал колбаски и еду, я всегда люблю рыбу. Так, ребята, вот мы уже стоим на границе, тут производится ремонт. Ямала. Граница. Казахский флаг, казахская страна. Вот. Володь, вот мы сейчас посетили кафе. Что ты хочешь сказать про азиатскую кухню там вообще так? Это ужасно. Серьезно? Не, ну может у них там блюдо хорошее, но на данный момент последнее, в котором мы были, кафешки, это вообще ужас. Там не запах, там вонь конкретная. Я не знаю, как это там. Может для местных жителей это норма, но для нас это вообще какой-то трэш. Тяжеловато, короче, кушать. Да. Приехали мы в Азию, короче. Мужчины там брали наши, водилы. Куардак. Ну, такое, короче, мясо там такое. Но. А мы взяли плов. Ну, и то плов был с песком. Жестко. Стоим на границе, в колейке ждем. Местное животное. Ослик. Дай поглажу. Не бойся. Маленький ослик. Там еще ослик. Дай поглажу. Дай за ухо почешу. Заезжаем на границу, на терминал. Ну, мы проходим все круги ада. Одна наша машинка тоже на Узбекистан идет. Все нормально, он уже на выезд. А нас на рентген отправили. Я тут и фита, и все дела. Короче, а там уже Узбекистан. Вот, ребята, так выглядит граница двух стран. Казахстана вон столб. И вот столб Узбекистана. Разделяет речка. Река. Там уже Узбекистан. Тут мы на рентгене стоим. Вот нас рентгенят.
Не знаю, я тут прошел все круги ада, меня жарят по полной программе, извините меня сказать. Везде. Друзья, ну как всегда, и по барабану, продукты питания или не продукты. Взяли мы вот такие вот костюмчики. Модные. Я собираюсь выпить антигриппина. Так я выгляжу. Вот тут уже Узбекистан у нас. И будут нас обрабатывать хлоркой. Вот. Там узбекские границы. Сейчас будем заезжать. Так, друзья, мы уже в Узбекистане. И, короче, на переходе. У нас тут тоже рентген. Нас отправили на рентген. Сдали анализы, тут надо ходить в халатах, маске. Мы ходим в халатах. Вот. Все люди, все водилы ходят в халаты. Вот это очередь. Бля, не раздели халаты, но это очередь на рентген. Отправляют всех на рентген сплошняком. После рентгена под навес и на оформление. Короче, я уже устал за сегодня оформляться, уже голова болит. Второй рентген за день. Такие вот дела. Взяли у нас мазок из носа, засунули палочку. Ну, я попросил, чтобы мне глубоко не засовывали. Мне и не засунули. А Володя не просил, ему засунули поглубже. На самом деле не балуй. Ну, как-то так. Володя, ну как ты? Все, освещение в Узбекистане, конечно, супер. Вопроса нет. Да, свет вообще мощный. Вов. Да. А нас второй раз за сегодня рентгенят. Казахстан прорентгенил, и сейчас Узбекистан рентгенит. Как думаешь, офигенно? Да, бананы скоро можно с счетчиком Гейгера будут проверять. Будут пищать. Ты так освещен хорошо, вообще супер просто. Качество. Ну вот, друзья, позади уже у нас таможня узбекская, а тут уже Узбекистан, кухня. Сейчас пойдем мы с Вовой кушать, наконец-таки. Только света нету, что-то странно. Там он кушеварит, шашлык, башлык, все что угодно. Все, закрыли за нами ворота. Заехали мы в Узбекистан. Сейчас заезжаем в отстойник. Сейчас заедем в отстойничек и будем ждать анализа, результата анализа. А еще страховку делать же нам надо, да? Заезжаем мы уже в отстойник, где мы будем стоять, ждать результатов теста на анализ на коронавирус. Вот, мойка тут есть. Вот поляки с животными приехали, тоже ждут тест на коронавирус. Вот Джейнси двоечка стоит. Бля, один что ли? Ну, обычно их много животных. Развернитесь. Такая вот стоянка. Отстойник. Все, наконец-таки все прошли. Мы сейчас будем остановиться и отдыхать. Пойдем покушаем. И Грузия тут есть, и ВТЛ есть. Кого-то только нет. Ну, не так уже много машин белорусских, но они присутствуют. Потом еще раз направо. Блин, как набито плотно, а? Вон, глянь. Это что тут без... работают без этого? Ну, как бы... Без чипа что тут, пофигу. Я не понимаю, куда ехать. Ну я-то знаю, куда, направо. Телс даже стоит, слышишь? Вкусно, Володь? Угу. Махни тут пайгов. Thank you.
это вот наш поднос, на котором нам дали еду. Шито в дальнобой. Пришел в дальнобой без опыта в 22 года, а теперь обучает других. Покажет Евразию от Испании до Китая. Объехал более 20 стран Евразии на грузовике. Был в одной из самых закрытых стран мира – Туркменистан. Подписывайся на канал, ссылка в описании. Конечно, блядь. Милицейская машина. Ну, конечно, во все тяжкие. Короче, у нас уже утро, уже тепло. Володя там спит, отдыхает. Уже вроде проснулся. И, короче... Не знаю, Володя очень сильно паник. Что у нас тут и что с моими кроссовками? Это Азия, друзья, бля. Там вон местные магазины. Одежда из Европы. Все дела. Adidas, Adidas. В магазине, конечно, выбор очень фиговый. Поверьте. Делаем страховку. Обработочка тут происходит. Друзья, вот мы стоим, получается, в отстойнике. Такой вот отстойник. Вчера еле нашли место. Узбекистан. Машины в грязи стоят некоторые, когда дождь был. По колено пыли. Вот. Начали машины разъезжаться потиху. Привезли анализы, результаты анализа. Поэтому... Дженси еще подъехала машинка, или это та же, только переехала. Вот такая вот пыль. Короче, убирай, не убирай машине. Кроссовки уже все убитые. Убирай, не убирай машине. Пыли все равно будет море. Так вот. Пойдем анализы смотреть, должны уже были прийти. Ну вот, получили мы паспорта с анализами. Все хорошо у нас, нету короны, сказали. Вот, так бы уже забрали. Ну, я не знаю, делают там нормальный анализ, не делают. В Ташкент возили, делали анализы. Такая вот стоянка. Пойдем занесем Диме документы и будем выезжать, выдвигаться. Как твои дела, Володька? Отлично. Ну, сегодня ты себя лучше чувствуешь? Да. А то подписчики говорят, что ты очень устал и уже хочешь на самолет. Да нет. Нормально все, да? Ну, отлично, да. Все хорошо. Ну все, друзья, мы выдвигаемся. Очень много машин сейчас вот отпустили. Анализы привезли с Ташкента. Пылюка поднимается. Ну что хочу сказать. В принципе, узбекская сторона, как и туркменская, на границе все красиво. Ну, в плане, знаете, как бы нет разгильдяйства. На казахской стороне много разгильдяйства. Так, абы как ходят, там... Ну, присутствуют и взятки, и все остальное. На узбекской стороне взяток нету. Вообще абсолютно взяток нет. Поэтому все четко. Такие дела. Вот медицинские машины, УАЗики везут в Узбекистан. Медслужба. 4 буханки. Это буханка же, да? Или сколько им лет этим буханкам в плане модельный ряд? А? 70-х начали выпускать. 70-х, да. Так, пристегнуться надо. Заехали мы в Узбекистан, жареная рыба. Тут варят, парят, кушать готовят. 50 км в час ограничение. Тут прям во двор заходишь и кушаешь. Я вообще без понятия, куда нам ехать, но я думаю, мы найдем дорогу. Ха. Кондиционер работает на всю. Жара очень большая. Мини-маркет. Карта. Да, ребят, вот это хлопковые поля у нас справа. Ну как, мы уже в Узбекистане, ну, честно, люди, скажу, конечно, на первый взгляд, ну, не богато живут. Все, ну,
неплохо. На данный момент. Ну, это неплохо, да. Может, хуже мы поедем, и там что-то будет хуже. Но на данный момент как-то тут цивильненько пока что. Цивильненько? Ну, дома обычные, ровные. Ну, смотри, тут нет ничего такого стрёмного. Поля растут. Конечно. А только на ослах катается, это ничего. Ну, на ослах катается, на жигулях. Любят клатч автомобилей. Видимо, для того сделали вот это тут. Видишь, автобан идет и дома. Я вот сейчас заметил такое, что возле дороги более-менее такие приятные дома. А туда вглубь, там уже, да, там уже страшные домики. Может, чисто, чтобы это, когда политикой так придумано, что заезжают, думают, чтобы было все красиво, что типа у нас цивильно. Вот возле дорог делают, чтобы красиво было. А так, да, стремновато там. Так, стой, там надо уже. Ну вот, Жигулей очень много и Део Некси основная машина, и все почти белые. Это мы идем по автобану, если что, скорость у нас 40-50 км в час, вот тут дорожка лучше пошла. Так на автобане и карщики ездят, и ослы, как бы такая тема. Ну потом дальше сниму, а по боку у нас хлопок растет, сбоку. Даже будем кого-то обгонять, КамАЗа. Ой, вся техника в основном на метане ездит. Вот вы как можете обратить внимание. КамАЗы, трактора все на метане ездят. Дизеля вообще практически нету. Трактор интересно было показать. Ну да, трактор обвешанный баллонами метановыми полностью по кругу. Надо их объезжать. Пацаны, на. Вот это хлопковые поля. Их очень много. Дорога, ребята, вообще, ну, очень плохая. Прям очень. Казахстан, как бы, намного лучше дорога. Тут вообще едем вот 30, 20, 40, 50. Все. А тут ограничение 40 стоит, а мы уже едем 30, да. Такая вот атмосферка. Дыни, арбузы продаются. Такие дыни, походу. О, едете, шаг. Маршрут перестроен. Красавчик. Прямо 160 километров. Надо погонять, там и шаговый. Автобан, между прочим, 110 км в час, скорость разрешена. Все. Идем в сторону Афганистана, туда, знаки на Термиз. Потом сейчас будем обходить какой-то городок, нам советовали тут покушать. Плова. Не знаю, мы еще каши как бы овсянки утром поели. Вот, может, заедем и покушаем.